Хто зараз із першим діловим в ефірі? Проект Акцент чи легко започаткувати прибутковий бізнес, якщо ти не знаєш із чого почати? Які моменти треба врахувати і на що звернути увагу? І головне, де взяти корисну інформацію для успішного стартапу. Розібратися у цих питаннях нам допоможе наш гість Олесь Тимофіїв, засновник компанії Genius Marketing. Я вас вітаю в нашій студії. Якщо одна з найголовніших цілей вашої компанії вивести підприємництво на новий рівень, то чи готові українські підприємці виходити на цей рівень, навчатися та розвиватися? На самом деле, вже так. Да. Якщо раніше, коли ми починали образовательную компанію, нам потрібно було з людьми, эм, нам потрібно було об'ясняти, що це важливо, показувати, що ваш бізнес, якщо немає в інтернеті, не буде розвиватися, то скоро його можуть не бути в цілому, то сьогодні вони це вже розуміють самі і приходять к нам з. внутренним желанием развивать свою компанию или свой проект, увеличить продажи уже более охотно, чем когда только-только вот рынок это формировался. Поэтому да, желание у них есть, стимул есть, есть с чем работать. Вы работаете уже 5 лет. За цей час, что поднялся уровень предприемства в Украине? Да, однозначно, потому что особенно молодое поколение сейчас начало к этой теме все быть все ближе и ближе. И у молодых людей, причем я говорю даже про ребят, которым 16, 18, 19 лет, у них появляется желание начать что-то свое. Это очень важно, это очень здорово. Они понимают, что они не хотят работать где-то на кого-то. Они видят очень много хороших и положительных примеров в интернете, как другие люди, и молодые ребята и девушки, преуспевают в чем-то. И они хотят так же, они хотят следовать этому примеру. Поэтому okay. э, точно увеличился объем предпринимателей. Но, наверное, самое главное, что увеличился качественный объем предпринимателей. То есть экономически это может расти не сильно там, в процентном соотношении, то в качественности бизнеса, да и в принципе мы могли заметить, особенно в крупных городах, в миллионниках, мы, могли увидеть, как, мы можем видеть, как появляются компании с хорошим сервисом, с хорошим продуктом, с крутым обслуживанием, которые конкурентные. Они, они классно упакованы в интернете, они, у них, они хорошо выглядят, с неприятными делом. Поэтому рынок развивается, работает, он только на самых начальных этапах, но все впереди, и тенденция точно положительная. Ну, это доброе. Чего домогаются ваши учени, и чего вы маете конкретные истории успеху ваших учени? Да, есть на самом деле разные, Ну, приходят люди с самыми разными запросами. А, вот сейчас мы даже начали делать такое шоу, пока это еще проект «Секрет», но скоро оно уже появится. А, мы прям начали брать новых участников наших программ и в рамках этого шоу вести их регулярно, С регулярными съемками показывать, как они будут увеличить свою прибыль и доход непосредственно. Приходят люди с самыми разными бизнесами, разными компаниями. Вот сейчас недавнешний участник это наращивание эм, ресниц. Вот, казалось бы, такая тема, но не совсем близко к мужчинам и все остальное. Но оказалось, что рынок вообще не конкурентный. Мы посмотрели, там особо нет запроса в интернете. Точнее, запросов много, но особо нет конкуренции ни на салоны, ни на школы, поэтому. Есть чем работать, и таких ниш очень много. Приходят ребята запускают какие-то мастер-классы с кондитеркой. Кто-то продает одежду детскую, кто-то продает ее оптом только в интернете. У кого-то какие-то гидронасосы, септики или продажи домов. Ниши самые разные. В среднем мы видим, ну, если брать так усредненную статистику, примерно рост продаж в 2-3 раза после прохождения программы за счет того, что люди что-то внедрили первично. И для многих, к сожалению, этого хватает. Если он пришел с доходом, например, в 5 или в 10 тысяч долларов в месяц, сделал 20, для него это очень сильный прогресс. И многим людям это так, окей, супер, все, можно теперь то уже... То он и не на чем Да, для... у них наступает какая-то такая теплая среда, где им не хочется mm -hmm. уже дальше двигаться, вот больше начал зарабатывать, хорошо. Но есть и те, кто увеличится в 10 раз, и 15 раз, и еще идет дальше, кому этого мало. Поэтому, ну, это такая усредненная статистика. А что для этого нужно сделать, чтобы не остановиться на 20 тысячах долларов, условно, как вы говорите? Я думаю, должны быть просто цели, амбиции сильные и высокие. Uh -huh. Потому что если человек начал бизнес просто с желанием иметь чуть-чуть больше других, и сейчас он уже начал ездить не там, в Одессу, а в Турцию, хотя я даже не знаю, куда так дешевле, вот. Но, но в общем-то, начал же себе позволять чуть-чуть больше, чем было раньше. Кому-то этого достаточно. Вот здесь нужно, чтобы цели были по-настоящему не в плоскости сделать чуть лучше, купить uh -huh. себе iPhone вместо Android. А, а, например, реально преуспеть сделать так, чтобы, может быть, твои дети там учились, к примеру, в Англии. Сколько это стоит? Очень стоит нормально. Поэтому и, и цели по развитию у тебя совершенно с 20 тысяч не хватит. Должен быть сильно выше уровнем. Поэтому от, от цели, от внутреннего драйва все зависит. Насколько легко в Украине започатковатый бизнес с нуля? Да, обычно пошел, зарегистрировался предприятие, СПД и все. То есть, вот ты уже предприниматель. Если говорить о практической стороне, то есть это быстро делается. Практическая сторона – это также э, достаточно понятный процесс. Э, две вещи нужно сделать. Первое – определиться с нишей, то есть что ты будешь делать, какая тема тебе нравится, в чем ты будешь развиваться. Uh -huh. Желательно, чтобы она тебе была по душе, то есть э, ну, ты не делал через силу. И второе э, – чтобы на нее был спрос. Это уже можно проверить. В интернете есть масса инструментов, где можно практически зайти, они бесплатные. Такие инструменты есть у Гугла и у других ресурсов, э, где можно просто понажимать какие-то ключевые слова. Например, тебя интересует ниша зоотовара. Ты будешь писать корм для собак, корм для котов, какие-то расчески, что они еще там продают. И ты будешь видеть, какой примерно объем рынка здесь существует. Это даст понимание, ищут твой товар или нет. Для начинающих предпринимателей я рекомендую начинать с того, что брать товар, который ищут. Недавно вот, был, был реальный случай. У нас есть футбольная команда своя. Это мини-футбол, но ну, это наш, наша компания футбольная команда. И там играет парень, и он иногда меня какие-то вопросы спрашивает. Я буду подвожу, он, он за, за нашу команду играет: он что-то спрашивает, ему стоит бесплатно, буквально пару минут. И вот он начал что делать: он сделал продающую страничку сайт нашел компанию, которая представляет услуги эскалатора. То есть непосредственно там делают траншеи разные эскалатор. Он начал их перепродавать он запустил рекламу на эту страницу конкуренция очень плохая, другие сайты никакие. Он сделал свой на конструкторе, собрал просто ну, с конструктора. На каждой сделке он получает 1000 гривен, а стоимость клиента для него примерно 100-200 гривен. И вот он время от времени, мы даже после тренировки поиграли, он берет трубку, там, алло, да, и начинает продавать эти эскаваторы, которых у него в принципе нет. Он просто перепродает то, что уже другие люди делают. Поэтому даже так, начать делать свое несложно. Он просто делал одну страницу и сам настроил рекламу. Он не дизайнер, не программист, он не рекламщик, просто сел разобрался, и все. Поэтому это, конечно, небольшой бизнес, но какие-то там 5, 7, 10, может, 20 тысяч гривен будут зарабатывать. Для парня, который закончил школу, вроде бы неплохо. Mm -hmm. а, звідки сама компания Genius Marketing берет свои знания опыт? А, изначально мы были построены в большей степени на западных знаниях. Я ездил туда, начиная с конца 2012 года, в Штаты в основном в большей степени, хотя там была и Азия, и Малайзия, и Англия. Но до сих пор я регулярно езжу в Америку для обучения там. Я трачу серьезные деньги на дорогостоящие программы, чтобы обучаться самым современным э, знаниям в диджитале, в продвижении, потому что там это. Ну, по сути, Америка это некая мекка диджитал э, марк маркетинга, откуда все идет к нам. Да и, наверное, в целом бизнеса, я так думаю, самой культурой бизнеса, того, все происходит. Вот. И мы до сих пор действительно там обучаемся, перенимаемся, адаптируем и даем здесь нашим ученикам, но за последнее время мы начали уже много контента производить сами. То есть еще то, что э, уже есть очень большой опыт и в прямом смысле десятки тысяч людей, которые прошли через нас, мы видели разные бизнесы, разные работающие модели, мы уже можем какой-то контент генерировать, выдавать совершенно уникальный, который даже там нет. То есть какие-то uh -huh. новые стратегии и и так далее, то, что непосредственно подходит под наш рынок здесь. И опираясь самой на украинский рынок, я так понимаю, вы даете рекомендации? Ну да, да, да. А ваши ученики, только из Украины, Якщо если нет, то как проводится коммуникация с учениками? У нас, з у нас за участники со всего мира, но пока русскоговорящие. Мы еще не перевелись на другие языки, это есть в планах. Пока русская аудитория. А Аз эм... каких стран? Самара. У нас начинается от штатов где-то до Японии. То даже разные континенты. Это и Украина, там и Казахстан, Россия, Беларусь, Молдова, Балтика, Польша. Ну это так. На скидку, то, что я вспоминаю, там кого я где-то вижу угу. на каких то трансляциях. Очень приятно, что мы создаем здесь продукт в Украине, который люди настолько сильно ценят в реальном мире и покупают с разных стран. Коммуникация проходит достаточно удобно, то есть это удаленно все есть. Большинство наших курсов они проходят в онлайне. У людей есть кабинеты, доступ к ним в онлайне, они смотрят уроки, задают вопросы. Мы с ними работаем, поэтому для обучения им нужен просто телефон или компьютер и где-то доступ к интернету. Конечно, когда мы делаем большие живые события, к нам они приезжают. Вот на лаборатории онлайн-бизнеса, который ежегодный саммит, уже съезжает порядка 17 или 19 стран. То есть люди с разных стран прилетают, чтобы обучаться на этом мероприятии. И это не может не радовать. Новые тренды интернет-маркетингу появляются постоянно. Насколько актуальна информация, которую вы даете учням, и чи ли повторно проходить обучение? Мы ее все время обновляем. То есть, uh -huh. действительно, вы правильно сказали, тренды появляются, какие-то уходят, какие-то приходят. Мы информацию всегда делаем актуальной и обновленной. Поэтому к нам можно приходить точно обучаться и узнать то, что сейчас нужно вот на данную ситуацию. И если мы видим, что контент уже изменился, мы его также меняем внутри. Если человек приходит к нам, например, на годовой курс, то я считаю, что ему его хватит, чтобы с бизнесом разобраться полностью. И не совсем обязательно покупать что-то еще дополнительно. Когда он хочет, может сделать, мы даже скидку ему сделаем хорошую. Но за год мы обучаем его, в принципе, всему. У него есть целый арсенал разных опций, инструментов и действий, которые нужно делать в своем бизнесе. Mm -hmm. Поэтому... После годового обычно люди просто внедряют, делают, получают результаты и все. Нещодавно вы запустили новую начальную программу для интернет-маркетологов. Это новый напрямок у Genius Marketing? Да, школа интернет-маркетологов. Сейчас она называется так, я думаю, что мы ее переименуем, скорее всего. Но мы собрали реально фееричный курс, это был, наверное, один из самых успешных запусков. Мы собрали очень много клиентов, и мы поняли, что рынку этот продукт нужен. Поскольку мы являемся самой сильной компанией именно в этой теме в Украине, к нам пошли учиться. Это новый продукт, мы вышли в рынок специалистов, мы начали обучать уже конечной профессии людей. Я считаю, что это очень здорово, потому что сегодня в Украине мы уже начинаем занимать какую-то нишу в знании, что вот тут айтишники хорошие. Но мне бы очень хотелось, чтобы у нас mm -hmm. были очень хорошие интернет-маркетологи, диджитал-специалисты, очень хорошие контент-маркетологи. Это чуть, -чуть другое. И вот все, что касается онлайн-продвижения и профессий, специализации связанных с этим, мы реально будем это развивать. Я думаю, что в этом году у нас появится еще минимум одна, может быть, две профессии новые а всего будет где-то штук до 7, до 7, до 10. Это будет прям целый серьезный продукт, который обучает специалистов. И что очень важно, мы гарантируем людям трудоустройство. То есть есть много компаний, которые об этом говорят, что... И когда мы начинаем интересоваться, окей, что вы делаете для своих студентов после обучения, они говорят, ну, мы можем составить резюме, точнее, там, это профиль вакансий на сайт работы. Но это ни о чем не говорит. Когда у нас человек приходит обучение, да, оно серьезное, оно сложное, там много бальная система, сертификация. Я думаю, что больше половины его не сдадут. Но ничего, можно второй раз пройти и потом за второй раз. Но мы отфильтровываем очень сильно людей по тому, как они учатся. И те, кто реально будут проходить и сдавать сертификацию, они будут попадать в некий общий рейтинг э, наш. Но я думаю, что мы его сделаем, в принципе, сначала всеукраинским, потом международным, где будет рейтинг, где жил специалистов. И э, те люди, которые прошли сертификацию, мы можем гарантировать трудоустройство в компаниях наших клиентов. Потому что у нас более 50 тысяч людей, которые прошли то или иное обучение, это предприниматели, и им нужны такие люди. Сегодня интернет-маркетологи просто кровь из носа, как нужны бизнесу. Вот э, большинство бизнесов, они хотят продвигаться в интернете, но очень часто для собственника это сложно. Они готовы обучаться, а они нанимают каких-то людей где-то на фрилансе или они не знают, насколько компетентно, их легко обмануть. То есть те, кто приходит, они не дают нужный результат. Мы решили ситуацию реально исправить. Мы сделали очень сложную программу по достижению результата, то есть она очень понятна по обучению, но сложно сдать сертификацию. То есть это как, я думаю, как TOEFL, или может быть сложнее даже в английском языке. Вот. Но если сдал, все, все нормально, значит, ты уже специалист, и можно нанимать. И вот получается, мы теперь будем мэтчить э, uh -huh. маркетологов, интернет-маркетологов с бизнесом. Я думаю, что это будет на, на какой-то некий новый виток вообще развития этого рынка. А какие еще курсы можно пройти у Genius Marketing? У нас их много, есть специализированные, точечные это продвижение в Фейсбуке, мессенджеры, Инстаграме, Ютубе, email-маркетинг, копирайтинг много этих продуктов. Но есть и основополагающий курс, называется синдикат. Mm -hmm. Это годовая бизнес-программа, где есть 12 модулей, где мы обучаем раз в неделю в каждом модуле 4 урока. Модуль длится в месяц, модули делятся по самым актуальным темам для бизнеса. Например, продвижение в СММ, платная реклама, там, упаковка бизнеса продажи, менеджмент, финансы, e-mail маркетинг. То есть мы разделяем модули по самым актуальным темам. Чеки проходят, внедряют, но может проходить сам, может проходить его, клиент, его, его сотрудники, могут проходить эти модули. Есть такая система. Параллельно участники ездят на бизнес-завтраки ежемесячно с VIP-гостями. Приглашаем разных интересных людей из мира бизнеса или конкретно специалистов топовых, с которыми можно что-то обсуждать. Мы ездим в экскурсии в лучшие компании Украины, такие там, как Пром или «Эва» сейчас называется Моднокаста, а сейчас у нас будет еще одна интересная компания. Мы посещаем крупные, интересные бизнесы, у которых есть чем поучиться. Есть выездные мероприятия в год, куда люди выезжают, чтобы с нами встретиться отдельно, там, уже в другом обстановке. Поэтому это очень интересный продукт. Если, конечно, человек предприниматель уже, то он, наверное, для него, для него будет мечтой или пределом никаких желаний для ближайшего развития бизнеса. Ну а мы там работаем очень персонально, поэтому рост он, происходит быстро. А кто выкладывает в вашей школе? Все. Я уже практически не провожу обучение. Mm -hmm. Я могу проводить по моим профильным темам, когда у меня есть желание и вот, воодушевление к этому. Но ну, оно есть часто, но не встает время, к сожалению. Я часто чаще веду по теме упаковки. То есть, как упаковать в интернете, чтобы люди покупали. Остальное проводят топовые специалисты. Мы нанимаем реально достаточно известных людей на рынке, чье время стоит очень дорого, мы его покупаем. И, по сути... Даємо доступ к этому времени нашим учасникам за намного меншу суму. Поэтому в тому ж синдикаті 12 человек ведут, які лучше з лучших кожне все раніше у них може почитися. Я вам бажаю успіху і дякую за цікаву розмову. Нагадаю, гостем проекту Акцент був Олесь Тимофієв, засновник компанії Genius Маркетинг. З ним ми говорили про важливість бізнес освіти. На цьому ставимо крапку. До зустрічі.